Лишение права израильской рекламы на НТВ «Мир», которая и без того не должна была составлять более четверти всего рекламного времени, оставило коммерческий канал перед дилеммой продолжения работы себе в убыток или ухода из Израиля. К выдавливанию НТВ «Мир» из якобы свободного мира предпринимательства Израиля большинство русскоязычных израильтян относятся отрицательно. Очень неположительно, что нам ехать в Россию, слушать каналы и потом назад вернуться. Жалко будет, если закроют. Да не дай бог. Я не знаю. Это хуже, чем, как говорится, все эти неприятности на территории. Много хуже для нас. Ну, будет нехорошо. То есть не одобряете такое дело? Не одобряю. А почему? А что, так мало? Нет, просто не одобряю и все. Без всяких комментариев. Так я не одобряю. Конечно, нет, жалко. Ну почему должны закрыть? Вот именно. Ну как, рекламу НТВ закрыли, значит, может не быть денег для того, чтобы вещал в Израиле? Да. Вот я о чем. Да, очень плохо. Что он такой уже бедный, конечно, делает этот Израиль. Дедушка даже не нашелся, что ответить. Ну что я могу ответить? Вот, они что хотят, то и делают. Да. Ну что мы можем если сделать? Если что, я скажу, что меня послушают, ее да, послушают. Да. Это бесполезно. Вот ну хотя бы мнение высказать, и то легче. Какое мнение? А кто наше мнение? Тут такое время такое, а там они за кресло дерутся. Вот именно. Вот тебе и время. Время. Спасибо. Пожалуйста. Что, неправда? Правда. Из 800 миллионов долларов рекламного пирога в Израиле в 2006 году на долю русского рынка приходилось 30 миллионов. Больше не выделяют. В таких условиях каждый конкурент на своем сегменте отнимает твою долю. Весь рекламный пирог брутто, это где-то 16-18 миллионов долларов в год на все русскоязычные каналы. Мы имеем свой 20-22%, это наш удельный вес на рынке. А каков потенциал вот, в данном случае репатрианский вне Израиля, там, в Европе, в Штатах? О, в Штатах это намного выше потенциал, потому что сам пирог намного выше в Штатах, потому что если в Израиле, ну по различным оценкам, можно сказать, совокупный годовой бюджет телевизионной рекламы 260 миллионов долларов, то в Штатах это 20 миллиардов. НТВ нужен. Нужен канал. Канал интересный. А русские каналы остальные тоже жалко, если вдруг вот их зажмут так, что вынуждены будут уйти из Израиля? Ну это... Что-то такой вопрос даже не умещается в сознании. Зачем... Кому это... Это ересь какая-то? Ну, считай, что есть 9-й канал, до этого достаточно. Ну, может быть, кому достаточно, пусть смотрят только 9-й канал. А есть люди, у которых, которые кормятся не только информацией с 9-го канала. В общем, надо побольше чего? Конечно. Нужно больше, а не меньше. Это, как один известный политик говорит, это однозначно.